Здорово, ребятки! С вами я, SteveProи сегодня всех вас я приветствую на обзоре лаунчера Inrecore для Майнкрафта 1.5. Ну, если быть точным, то данный лаунчер предназначен для любой версии Майнкрафта. То есть на вашем устройстве может быть установлена совершенно любая версия нашего ванильненького Майнкрафта, и данный лаунчер будет спокойно работать. А связано, ребятки, это с тем, что в самом лаунчере установлена определенная версия Майнкрафта. Если не ошибаюсь, то это версия 1.1. Ну, можно сказать, что это версия 1.1.5. Просто многие уже привыкли к этой версии, поэтому я всегда называю ее стандартной версией. Но по идее, ребята, у вас может быть даже установлена самая последняя бета-версия Майнкрафта, и данный лаунчер все равно будет спокойненько работать. А вот когда обновят саму версию Майнкрафта в данном лаунчере, пока что неизвестно. Но я думаю, что это пока что не требуется, потому что и сам лаунчер на этой версии работает стабильно. Я читал ваши комментарии и видел, что многие писали, чтобы я оставил ссылочку на установку данного лаунчера. Я думаю, что, ребятки, это связано с тем, что многие из вас просто не могут установить данный лаунчер из Google Play по той или иной причине. Я вас понимаю, поэтому данный обзор частично сделан именно для вас. И в описании под данным роликом вы найдете ссылочку на скачивание установки данного лаунчера. Так вот, ребятки, что позволяет сделать данный лаунчер, спросите вы. Он позволяет устанавливать те же самые моды, которые есть на ПК. Ну как те же самые? То есть, если такой мод есть для Inrecore, то он будет практически схож с ПК. То есть, это практически тот же самый Forge. Inrecore намного лучше блок лаунчера. Ну вот, конечно, по оптимизации он отстает, наверное, раза так в 3. То есть, лаги здесь довольно такие большие. И для Inrecore требуется реально довольно мощное устройство, и это, ребятки, не шуточки. В отличие от блока лаунчера, здесь все довольно серьезненько, потому что моды здесь довольно объемные. И здесь также можно создавать свои измерения, которые будут намного качественнее, чем в том же самом блок лаунчере. То есть, ребята, Inrecore это как бы обновленный блок лаунчер, но только с недопиленной оптимизацией. Вот здесь, конечно, это самый большой минус. Вот в этой кладочке, ребята, вы можете наблюдать все свои моды, также можете их спокойненько настраивать, а также здесь же настроечки самого Inrecore. Вот именно эти настроечки, ребята, вот, приоритет отвечают за FPS. Как видите, у меня 54 FPS, и это довольно круто. По стандарту здесь, по-моему, будет стоять 6 приоритета, но если у вас довольно сильные лаги, вы можете убавить это число и до 2, но если у вас нет лагов, вы можете его и повысить. Ну, я рекомендую ставить стандартное число, то ли 6, то ли 8, я уже, ребятки, не помню, но лично у меня стоит 4, и мне всего здесь хватает. Но остальных настроек, остальные настройки здесь я трогать вам, ребята, не рекомендую, потому что толку-то от них особого нет. Да, моды настроить вы можете, если, опять же, эти настройки вам необходимы. Что касается настройки самого Майнкрафта, то здесь они, ребята, стандартны, ничего в них не поменялось. Также здесь вы можете спокойно менять язык, и это просто очень-очень круто. Ну, а на этом, ребятки, я могу сказать, что обзор подходит к концу, потому что сказать чего-то еще о данном лаунчере я не могу. Вы просто его скачиваете, устанавливаете моды, и все, радуйтесь тому, что у вас теперь есть моды схожие с ПК, и это просто очень-очень круто. Ну, а на этом, ребятки, все. Всем пока-пока.